Знатное было половодье прошлой весны. Промыло застоявшиеся пересохшие озера. Ну и ожил, зашевелился карась. Правда, вот вместе с карасем ожил и комар. И вот с утра еще засветла дорога на озеро, на котором не был из-за отсутствия большой воды без малого 10 лет. И вот что же там меня ждет? Да, похоже, без накомарника тут никак. Так-то лучше будет. Первый карасик. Мы его, наверное, отпустим. Пусть зовет, как говорится, остальных собратьев, пап, мам. Ну что, этот, я считаю, получше. Вот опять поклевка. Повел. И уже. Убежал. Опять и червяка забрал. Еще один червячок. Продолжим. Тоже неплохой, а цвет-то какой, почти бронзовый. Вот он какой, красавчик. С крючком ушел.
Ладно, поводки заготовил заранее. А поводок-то 0,14. Хороший, похоже, был карась-то. Снасть в сборе. Будем продолжать. И тут зачем-то я вспомнил про прикормку. Накормил. И пошла одна мелочь. Это малышок. Такого мы отпустим. Рыбачил я всего где-то, максимум 2 часа. И вот результат.